определенное это место. Помнишь наш уговор? Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя, красивая, я вернусь и покрашу тебя красочкой и смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу зов. Владимирского централа. Но страшно. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно. Двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Ты проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Притащили! Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Хо-хо-хо-хо! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро, к нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен.
оружие! Кто такие? Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира! Давай, давай, шевели булками! Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком! Бля, мы вляпались по самое помидор. Ну, а ты видел, что это было? Нет? На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разбить, будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны, пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. А я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Хорошие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете. Во всякий он мистический очень духовный верю. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Ты еще думаешь, свободчик на метро? Мой сын всегда. Последнее, что я помню. Давай ты все же вблизи со свиньями валял. Прикупи себе красивую одежду. Почувствуй себя гламурно. Будь звездой. Мама мне деньги не дает. Мой двоюродный брат Воды влезет, убиться можно. Меняйте только у сертифицированного меняться. Хорошая сделка. Там с этим работает, как соковыжималка. Кровь так и брызжет. Ням-ням-ням. Ну, уговорил. Через день ты удачный курс. Как хочешь, брат, пойдет, как и хочешь. И все. Вот. А свой пистолет? Иди, детишкам отдай. Шедевр от дизайнеров с Кузнецкого моста. Угадал или подсказали? Что-то вроде того. Хороший мост. Смотришь нас, ну, уговорил. А потом не успеешь воркнуть. Ну и фиг с тобой. Внутрь затянет. Кремль. Все ворота-то распахнуты настежь. Действие продолжается 20 минут. Но если эффект наблюдается дольше 4 часов, звоните вашему сексологу. В великой библиотеке поодиночке не выходят. Если один как хочешь, брат, как хочешь. Другой, чтобы его в чувство привел. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Некому. Зашибись, все, выдвигаемся. Поэтому такой и советую.
знаю, словно и не было никакого апокалипсиса. Что-то случилось. Может, генератор или передача пристроилась? Бурбон? Может, боеприпасы заложил? Будто сам не знаешь. Если меня сейчас кто-то слышит... Ну, давай пульки и проходи. Это Москва. Я уже Михи забашлял. Станция метро, проспект. Но мне ты ничего не платишь? Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Фу, это Земля. Вот дерьмо. Третья планета Солнечной системы. Приятно с вами иметь дело. Аварийная ситуация. Да ладно. Шутка. Кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт. Ненавижу это. Эх, никто не слышит. Нет никого. Если меня сейчас кто-то слышит. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. Бурбон, держи его! Держите их! Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях... А теперь будь очень, очень настрёмный. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны пошли. Так что ты давай, гляди оба, ищи. Насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой коллаж станет твоим, ну как добазарились. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками.
Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Да что ж мне так не прет, а? Придется тебе обойти это, Артем. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Богдан, видишь здание с воротами? Всего во дворе в пост Это будет так встать, как лучше. Это твоя очередь. Не тормози. Thank you.
Whoa!